Многие любят старые диснеевские мультфильмы. Они возвращают нас в детство, где все было так беззаботно и тепло. Мир казался ярче. Несмотря на героев на экране, мы представляли будущее, где есть приключения, принцы, красивые наряды, где все живут долго и счастливо. Надо просто подождать, и чудо обязательно произойдет. А потом ты взрослеешь. И все становится только хуже. А ведь ты стараешься, правда стараешься, быть нормальной, обычной, такой же, как все, но ничего не выходит. Не хочется навязываться, ведь не уверена, что нравишься им. Даже те, кто проявляет интерес, на самом деле используют тебя. Нет иного пути, кроме как быть одной. Тогда ты не причинишь боль ни себе, ни другим. Нужно меняться. Бояться, трястись от волнения, тысячу раз сомневаться и ошибаться. Но все равно сделать то, что ты так давно хотела. Кто знает, может, это не так уж и страшно? Открывайся. Люби себя. Твори. Скоро ты встретишь тех, кто искренне тебя поддерживает, разделяет твои интересы и просто делает жизнь счастливее. Ты растешь. Приходится прощаться с друзьями, которые тянут тебя назад, перестать обижаться на родителей и взять ответственность за свою жизнь, расставаться с любимым человеком, когда ваши пути расходятся. Да, время не лечит. Ничего не изменится, пока не начнешь меняться сам. Может, легче не станет, но ты определенно станешь сильнее.